Сегодня в гостях у нас Алла Валюк, медицинский биолог, эксперт ЗОЖ, нутрициолог. И сегодня мы рассмотрим тему, очень интересную тему. Это новый продукт Given Greens. Здравствуйте, дорогие друзья! Всех рада приветствовать на нашем вебинаре, который проходит по вторникам раз в две недели. И я на самом деле сегодня очень рада рассказать вам о том, как мы вот в такие тяжелые времена, когда холодно, когда зима, и тем более сейчас ни для кого не секрет, как у нас сейчас обстановка накалена, в принципе, мирового масштаба, то, что обстоит, как обстоит дело с коронавирусом, который берет свои корни из Китая, и все больше и больше людей заболевают, к сожалению, и, конечно, очень жаль, но есть и смертельные исходы. И сегодня как раз, кстати, я хочу познакомить вас с новым продуктом, который сейчас заходит на рынке СНГ. В Европе мы его уже, слава богу, попробовали и получили поразительные результаты и продолжаем пользоваться. И я думаю, что вам будет очень интересно узнать в свете тех событий, о которых я упомянула выше, и вообще, как вы можете справляться с вот этими всеми нагрузками, которые приносит нам зима, холода, зимняя депрессия и все то, что связано с невозможностью организма получать нужные питательные вещества. Итак, я хочу коротко сказать о том, что сейчас в наше время очень трудно стало добывать, я бы даже сказала такое слово, органическую пищу, чистую пищу, которая 100% натуральна и несет нашему организму большую пользу, питает наш организм как положено. Ни для кого не секрет, что сейчас, особенно вот в такое наше быстрое время, мы все делаем на ходу, очень быстро, мы находимся в состоянии хронического стресса, основная масса населения, я так думаю, потому что растут мегаполисы, растет скорость жизни, скажем так, цифровая действительность, все то, что подстегивает все время наш организм и заставляет его находиться в напряжении. Что в этом случае происходит с нами? Постоянный стресс, конечно же, работает против нашей иммунной системы, влияет на наши когнитивные функции, на возможность находиться в хорошем расположении духа и быть заряженным положительно, быть энергичным, делать свои дела и высыпаться. Все, ни для кого не секрет, что очень многим не хватает всех этих параметров для хорошей и качественной жизни. Я думаю, вы со мной согласитесь, поставив плюсики в комментариях. И вместе с этим следующая беда, которая вот сейчас, скажем так, преследует наше поколение нынешнее, это то, что наши дети не употребляют в пищу правильные продукты. Более того, им никак невозможно предложить питаться правильной зеленью, делать какие-то очень полезные салаты, добавлять туда шпинат, петрушку, сельдерей, все то, что дети не любят. Я знаю, что есть единицы, которые вот принимают вот такую пищу, у которых в рацион входит зелень, проростки, какие-то орешки. Это очень мало детей и подростков употребляют в пищу эти нужные продукты. Вот посмотрите здесь цифры по США, потому что исток из этой страны исходит нашего продукта и нашей компании. И, соответственно, вот такие цифры пугающие, потому что у детей ожирение, очень помолодела детская онкология, это очень страшно. Точно так же очень много детей находятся в депрессии. Это вообще не свойственно детям, потому что ребенок рождается еще с тем запасом энергии и правильным мировоззрением. Он все время должен быть в хорошем настроении. Он, в принципе, здоровый ребенок. Это веселый, подвижный, энергичный ребенок. Из-за того, что дети сейчас сидят,
меня отлипают от своих стульев, от своих компьютеров, постоянно с гаджетами, бесконечно просто, и невозможно их оторвать от их виртуального пространства. Происходит то, что дети, как я уже упомянула, страдают ожирением, сердечно-сосудистые заболевания, депрессии, когнитивные функции, потому что мозг недополучает кислород и нужное питание. Все в детском организме подвержено негативному влиянию. Какой есть выход у нас? И я хочу особенно сказать у нас, у мам, у которых все время болит сердце о том, как бы все-таки накормить ребенка правильной пищей, да, чтобы ему хватило питательных веществ для правильного, хорошего развития, чтобы детки были здоровые и энергичные, могли учиться, могли соответствовать ритму жизни, который сейчас вокруг, как мы уже сказали, вот такой быстрый. И, конечно, мы сами, как мы можем себя держать вот в таком хорошем тонусе для того, чтобы наша семья была здорова, для того, чтобы мы были работоспособны, энергичны и радостны. И список продуктов, который входит в наш рацион нынешний, это то, что может быстро насытить, то, что не нужно готовить. Сейчас очень много семей и молодежи, те, кто еще сознательно не перешел в ПП, так сказать, да, правильное питание, питаются быстрыми углеводами, какими-то обезжиренными продуктами, которые наносят вред нашему организму, я остановлюсь на этом немножко позже. И что входит? Все то, что вредно. Хлеб всевозможный, белый особенно, да, готовые хлопья детские, вот эти все попкорны, газированная вода, макароны и другие продукты, вот особенно кондитерские, куда входят трансжиры, маргарин и другие заменители, пальмовое масло. Все это неорганическое, естественно, это просто катастрофа. Все врачи бьют тревогу, ученые. И, конечно же, непосредственно те компании, которые, скажем так, проповедуют, да, я не побоюсь этого слова, привносят в наше сознание то, что все-таки человек должен взять ответственность за себя и за свою семью, и за своих детей, и начать использовать хорошие продукты, хорошие нутриенты. И в помощь в этом случае вот приходят такие продукты, как Giving Greens. Это потрясающий продукт. Я когда изучила его состав и начала его пробовать на себе и на своей семье, я еще раз сказала спасибо, что я познакомилась с компанией Arix и с такими замечательными продуктами. Итак, что собой представляет этот зеленый коктейль? Я хочу сказать, что все вы знаете пользу зеленых овощей, да, проростков зеленых фруктов, правильных, потому что есть и те, которые, наверное, не очень желательны, потому что они очень поднимают сахар и индекс гликемический, инсулиновый, вот есть два, их нужно различать. И для чего нам нужно употреблять именно такие продукты? Зелень, да, и все, что имеет зеленый цвет, я вам сейчас перечислю. В первую очередь, это первая причина, то, что зеленые овощи, листовые тоже, к которым относятся шпинаты, да, сельдерей, допустим, все зеленые овощи, все зеленые травы, все то, что имеет зеленый цвет на планете Земля, имеет этот цвет за счет компонента, который называется хлорофилл. Это продукт, источник солнечной энергии. Без этого компонента не было бы на земле деревьев, не было бы кислорода, потому что все это, да, взаимообмен, вы прекрасно знаете, мы сейчас не будем в это во все вникать. И, конечно же, это главный поставщик энергии в наши клетки. Точно так же, как нездоровые и мертвые растения увядают, и при этом вы знаете, что они сразу теряют зеленую окраску, то есть уходит хлорофилл, а значит с ним и жизнь, значит с ним уходит и энергия. Поэтому мы можем получать этот хлорофилл, синтезировать его могут только растения, да, и поэтому мы четко должны понимать, что в этом заложено здоровье. Я еще раз не побоюсь этого слова, на самом деле жизнь на земле.
И что способен сделать с нашим организмом хлорофилл? Во-первых, он предотвращает развитие очень многих раковых заболеваний, онкологию предотвращает. Точно так же предотвращает развитие атеросклероза, что это бич нашего века. Вы знаете, что это сердечно-сосудистые заболевания занимают практически первое место по смертности на планете, да, даже перегнали онкологические заболевания. И более того, как я уже сказала, сердечно-сосудистые патологии сейчас очень сильно молодеют и уже касаются даже подростков и детей. Точно так же чистится, оздоравливается печень, выводятся токсины именно за счет вот этой зелени, за счет того, что еще эта зелень имеет антиоксидантную способность, то есть подавляет свободные радикалы, которые воруют у здоровых клеток электроны, таким образом превращая их в нездоровые, повреждая все органы и ткани и работу систем. Поэтому очень важно знать, что это тоже еще интоксикация и вывод шлаков всевозможных и нейтрализация свободных радикалов. Точно так же помогает работе внутренних желез, влияет на эндокринные железы, на щитовидную железу, улучшает работу щитовидной железы, улучшает работу поджелудочной железы, тем самым приводит в баланс сахар и инсулин, количество глюкозы и инсулина, которые, как вы знаете, прямым образом участвуют, являются виновниками нашего ожирения и препятствуют липолизу, то есть расщепление жира в печени в частности. Чистят кишечник. Более того, я хочу сказать, что вот все часто очень употребляют слова пробиотика, пребиотика, нужно свой кишечник как бы насаживать в него хорошие бактерии, но тем не менее не все знают, как одно связано с другим и почему. Так вот, я вам хочу сказать, что для того, чтобы в кишечнике была здоровая флора, которая напрямую связана с иммунитетом, потому что 90% нашего иммунитета находится в кишечнике, в лимфоузлах вокруг мезонтериум, так называемый, и еще кишечные бактерии влияют на работу нашего мозга, да-да, влияют вот на нашу центральную нервную систему, на выброс гормонов радости, в частности серотонина, выполняет массу сложных функций. Поэтому что нам нужно делать для того, чтобы наш вот макробиом был всегда в порядке, как те солдатики, да, которые стоят на страже отчизны, на границе, всегда задерживают любого врага, который может нанести нашему организму вред. Поэтому прежде всего, клетчатка, которая содержится здесь, да, естественно, она является натуральной пищей, правильной для наших бактерий, то есть является пребиотиком. Что такое пребиотик? Это пища для наших бактерий, для нашего кишечного макробиома. Что очень важно знать еще, что точно так же, когда вы потребляете большое правильное количество клетчатки, у вас уходит избыточный аппетит. И этот продукт входит в линейку Арикс продуктов для стройности, для борьбы с лишним весом, в линию Slenderize, потому что именно это препятствует печени быть жирной, выводит вот все эти ненужные вещества, способствует тому, что работает прекрасно вся наша выделительная система желудочно-кишечного тракта. То есть желчь течет как положено, она не густая, она не застаивается. В свою очередь это препятствует образованию камней в желчном пузыре, воспалительным процессам, застоям там. И точно так же это дальше проходит ферменты желчи, которые расщепляют уже в тонком кишечнике и дальше жиры, в частности, да, и тем самым печень наша чистенькая и красивенькая выполняет свою функцию по расщеплению вот этих жиров, по ненакоплению плохих жиров. И в нашем организме остаются только хорошие жиры, в частности, такие как омега-3, да, и различные другие, я на этом сейчас останавливаться не буду, омега-3 приходит с животной пищей, но вот именно то, что наша печень правильно
справляется со всем этим жировым балластом, и она остается чистой, кровь остается чистой, организм функционирует как часы, соответственно, у нас чистые сосуды. Все это влияет, в свою очередь, на кровяное давление, которое балансируется. Не только высокое понижается, но и низкое, кто у нас страдает от гипотонии, тоже балансируется для того, чтобы сосуды были максимально в хорошем тонусе, комфортном для вашего организма, потому что все-таки каждый имеет свою какую-то генетическую предрасположенность, поэтому обязательно нужно учитывать. Из-за того, что кровь хорошая, невязкая, чистая, да, за счет того, что все-таки здесь вся эта зелень выравнивает pH нашего организма, то есть, или pH по-русски говорят, то есть это баланс нашей среды организма от кислотного к щелочному и наоборот. Хочу сразу вам сказать, что вся зелень и, в частности, наш коктейль ощелачивает именно те участки желудочно-кишечного тракта, а, соответственно, потом и все это идет в кровь, которые должны иметь щелочную среду. Вот тут, внимание, хочу заострить вот этот вопрос. Все ходят и говорят, вот, нужно ощелачиваться, нужно максимально ощелачиваться, никакого там, чтобы в организме все было в щелочной среде. Это неправильно, я хочу вам сразу сказать. Почему? Потому что в принципе, каждая система органов работает со своей pH. И если, допустим, для нашей крови pH 7.40 – это идеальные условия, и смещение на даже на десятку приведет к тому, что человек просто погибнет, впадет в кому, то для желудка, именно для желудка, должна быть кислотность 3.2. Почему? Для того, чтобы все то, что попадает изначально в желудок, а туда попадает очень много, да, и бактерии, и паразиты, и грибки, помимо основных компонентов, которые нам нужны, они должны уничтожаться именно вот этими, вот этой средой кислотной. Вот все то, что плохо и вредно для нашего организма, должно быть умертвлено на вот этом этапе еще в желудке. И если вы, как все носятся, опять-таки говорю, будете ощелачивать, в кавычках, кислотность, которая у вас в желудке, вы получите рефлюкс. У вас будет постоянная изжога. Сейчас многие, может быть, открыли глаза от удивления, а я вам поясню этот механизм. Дело в том, что когда кислотность вашего желудка выше, чем 3,2, то есть смещена уже дальше в щелочном направлении, то клапан не будет закрываться до конца, который ведет с пищевода в желудок. И поэтому частично желудочная кислота, которая никого не делает плохо, она никого не трогает, будет постоянно подниматься в пищевод и обжигать его, и делать изжогу, и вызывать хроническое воспаление и все соответствующие вытекающие последствия. Поэтому очень многие, те, кто берут препараты, которые способны как бы понизить кислотность, это все не очень правильно, потому что вы на время просто убираете симптоматику, да, это как если бы там вы увидели пятно от чего-то на мебели, вытерли, а то, что въелось, оно уже въелось. Так это то же самое, вы смахнете только вверх, уберете симптом, но желудок все время все равно будет вам посылать эту кислоту. Когда вы перестаете пить эти таблетки, у вас все возвращается. Первая причина – это может быть геликобактер, бактерия, на которую обязательно нужно провериться. Она тоже является виновником изжоги и кислотности, и язвы, и гастрита. Обязательно провериться на геликобактер пилори. Но тем не менее важна вот такая кислотность 3,2. Я отдельную сделаю лекцию потом, как все это нормализовать. И вот этот щелочной коктейль, еще раз говорю, будет срабатывать там, где он должен срабатывать и работать со средой, с pH среды, то есть все то, что должно иметь щелочную среду, вот как раз будет оздоравливаться и приводиться в баланс, правильный баланс для того, чтобы все органы и ткани максимально правильно работали. Следующее, что я хочу сказать, что для того, чтобы получить суточную дозу правильных нутриентов, которые вот мы получаем с овощами, с проросшими семенами,
антиоксиданты, чтобы сработали, нужно съесть в день минимум самой зелени, непосредственно 200 миллиграмм, это минимум, а то и гораздо больше. То есть вы представляете, что вам нужно вот сидеть, жевать эти листья бесконечно, вот, и то не вопрос, сейчас я еще раз, потому я начала свою лекцию с того, что где вы найдете органическое питание высшего качества, то есть вам нужно его искать, вам нужно знать точно, что это, да, соответствует нормам и стандартам, и более того, вам нужно еще это все перерабатывать, то есть для того, чтобы с растительной клетки вы получили нужные компоненты, вам эту клетку нужно разбить, ее оболочку нужно разбить. То, что мы делаем в блендере, то, что мы делаем, когда измельчаем, и это дополнительная работа тоже. Но именно в таком виде, когда клетка разрушается, оболочка, вот тогда мы получаем нужные вещества. И в этом коктейле уже собрано все то, что должно изначально просто развестись водичкой или смузи сделать, и вы уже выпьете все готовое абсолютно к употреблению для того, чтобы ваш организм получил максимальную пользу. Вы только себе представьте, что в одной порции этого коктейля содержится 1 килограмм на нужных нам овощей и проростков и антиоксидантов. То есть как вы можете это получить? Ну, абсолютно никак. Вы не можете съедать в день, может быть и можете, но вы представляете, вы будете сидеть, этот килограмм без конца есть, и не факт, что это усвоится как положено, потому что должна быть еще технология специальная обработки этих овощей для того, чтобы они максимально усвоились организмом. Так вот, именно в этом коктейле специальная технология сушки, низкотемпературной, которая позволяет сохранять абсолютно все нужные вещества. Оболочка здесь уже разрушена, поэтому как только вы возьмете мерную ложечку этого коктейля и начнете и разбавите его водой в стакане воды или сделаете смузи, вы как раз получите абсолютно то, что требуется вашему организму. Вот здесь вы видите на картинке, что проросшие семена являются мощным источником питательных веществ. Мне вам не нужно об этом рассказывать, потому что семена суточные особенно, да, двое суток, имеют самое большое количество нужных веществ для того, чтобы вырастить из себя вот то растение, которое заложено в этом семени. И для этого туда брошены абсолютно все силы. Поэтому, когда в этой форме мы даем своему организму вот такой коктейль, абсолютно, абсолютно все усваивается максимально нашим организмом, и наши клетки получают те питательные вещества в той форме, которые тут же усваиваются, и запускается клеточная энергия, и чистится клеточная оболочка. Для чего я это говорю? Для того, чтобы вы понимали, сколько бы вы ни ели и правильно, и не принимали, если у вас клеточная мембрана забита, повреждена различными молекулами, потому что там есть 3 вида каналов, которые пропускают и выносят из клетки ненужные вещества, пропускают нужные. И эти каналы забиваются, особенно с возрастом, особенно со временем. И клеточная оболочка не может делать вот это движение, чтобы пропускать и выпускать эти вещества. Как у старого пожилого человека вот суставы работают еле-еле, да, может разогнуть, согнуть, наклониться в режиме сохранения энергии, то эта клетка точно так же пытается сделать флип-флоп движение, у нее ничего не получается, потому что каналы забиты и все. Поэтому употребление вот таких компонентов способствует тому, что клетка максимально, клеточная мембрана очищается, в клетку попадают все нужные вещества. Все то, что выносится во межклеточное пространство, собирается, чистится и выводится совершенно правильным образом. Поэтому я думаю, что особенно касается тех, кто уже встал на путь правильного питания и утром делает себе смузи, зеленые коктейли, это будет большим спасением. И особенно деткам, которые тоже бегут в школу, в садик, беременным женщинам, кормящим, абсолютно всем показан этот продукт. Он получил, кстати, золотой стандарт качества. Не содержит в своем составе никаких сахаров, искусственных заместителей сахара, не содержит сою, глютен, какие-то другие вещества, которые очень плохо влияют
на наш организм. Совершенно чистый, очищенный продукт. Еще раз повторяю, 910 грамм овощей в каждой порции. Поэтому и содержит, кстати, эта порция всего 15 калорий. Если вы хотите, вот мы можем дальше, Андрей, пролистайте, пожалуйста, состав еще следующие вещества. Да, это то, что, я не сказала правильно, про ферменты, которые способствуют еще улучшению пищеварения нашего, да. Вот содержатся как раз вот эти энзимы, ферменты содержатся в этом коктейле амилаза. Еще во рту у нас, в слюне она находится, которая расщеплять начинает уже на подходе пищи только в ротовой полости углеводы, крахмалы, сахара, протеазы, то, что расщепляет белки, глюкамилаза, это уже более сложное образование, тоже работает с сахарами, с крахмалами, липаза, то, что я упоминала, жиры в печени, и целлюлоза, это продукты с высоким содержанием клетчатки, то, что я уже говорила, то, что нужно нашему организму. Еще хочу сказать, Андрюша, да, переведите, пожалуйста, посмотрите, вот какой богатый состав, овощная смесь суперпродукта, вы видите, тут есть все, что угодно. И плюс, еще раз я говорю, кроме зеленых овощей и проростков, тут еще есть свекла, морковь, помидор, незаменимые для нас предшественники витамина А, это каротин, то, что мы получаем и со свеклой, с морковью, и с помидорами, или капен, антиоксидант сильнейший, который препятствует образованию онкологии предстательной железы, борется тоже с излишним весом, но все это именно в той форме, которая максимально усваивается, очень удобной, потому что если будете всего этого делать шейк, я думаю, это будет не очень вкусно и долго, и опять-таки еще раз непонятно из какой продукции, поэтому, пожалуйста, вот эта замена. Еще что я хочу сказать, что эта зеленая клетчатка является потрясающим источником, богатейшим источником белков растительных. Кстати, растительные белки усваиваются организмом гораздо легче, абсолютно легче, и содержит в себе 9 аминокислот, что это такие кирпичики, да, для построения белка. Белок состоит из аминокислот, и в частности 9 из них незаменимые, которые не синтезируются организмом, незаменимые кислоты, которые не синтезируются организмом, это тоже очень важно и понимать. Деткам, опять-таки говорю, формирующемуся организму, подросткам, это очень и очень важно. Коктейль супер вкусный, потрясающий, он такой легкий, он немножечко сладковатый на вкус, потому что там есть корица, потому что там есть ацерола, барбадосская вишня, и такой он на самом деле такой легкий, деткам очень нравится, я думаю, что вы попробуете и оцените. И как я уже сказала, вот все то, что я перечислила, здесь можете перелистать, Андрюша, все эти свойства, которые дает наш коктейль, потрясающие, вот корица здесь вы видите, ягоды всевозможные, которые несут в себе антиоксидантное действие и тоже пищевые волокна. Просто попробуйте, и вы уже не сможете без него, оцените, насколько удобно, практично и здорово употреблять этот продукт. Очень удобен, он в таком пакетике, да, запакован вакуумным, открываете, есть мерная ложечка, разводите на стакан воды, можно взять в дорогу, можно дать даже деткам эту смесь развести, если они находятся где-то вне дома, тоже очень удобно. И, как я уже сказала, не содержит никаких вредных веществ, абсолютно, ни ГМО, ни соя, ни глютен. Можно давать абсолютно всем, даже тем, у которых есть проблемы с кишечником, с энзиматикой, с ферментацией, у кого нарушен метаболизм, кто находится на программе по снижению веса, еще раз повторяю, беременные и кормящие, всем абсолютно можно применять этот продукт. Поэтому я вас приглашаю еще с одним продуктом, к здоровому питанию, в здоровую жизнь. И повторяю для всех тех, кто не успел, это новый продукт, который заходит сейчас на рынки СНГ. Рекомендую абсолютно для всех.
И особенно в наш такой тяжелый зимний период, когда все насыщено вирусами, бактериями, и нашему организму нужно быть во всеоружии для того, чтобы иммунитет работал максимально и справлялся со всеми нагрузками. Я желаю вам здоровой жизни и жду ваши вопросы. Андрей, пожалуйста, вы будете зачитывать, озвучивать, как удобно. Да, Алла, у нас поступили вопросы. Вот, первый вопрос. Если уже есть застойное явление в желчном пузыре и камне, вот, можно ли этот продукт? Да, вот на этот вопрос я отвечу «да», потому что, как я уже сказала, все-таки он убирает вязкость желчи, помогает за счет энзимов, ферментов своих, помогает расщеплению пищи. Единственное, конечно, если у вас там камни уже, я не знаю, какого размера, что могут начать двигаться и так далее, но вы наблюдайте за собой. Это не тот продукт, который может прямо сейчас начать сразу все это делать. Даже я знаю, вот у меня уже есть один такой случай, несмотря на то, что мы только несколько месяцев им пользуемся, что песочек в желчном пузыре, да, растворился, и есть подтверждение УЗИ, ультрасаунд, что песок исчез из желчного пузыря. Замечательно. Так, а можно ли его мешать с нашим другим продуктом Пюринориш? Пюринориш – это наш белок, который тоже насыщен витаминами, минералами, и его основой служит тоже растительный белок гороха и клюквы, потрясающие источники растительного белка, который легко усваивается организмом. Мешать, конечно, можно. Это добавит какую-то интересную еще, возможно, вкусовую такую, сделает радугу. И в то же время невозможно пересытить организм правильными нутриентами, потому что это не синтетические добавки. Поэтому, да, вы можете смешивать, ориентироваться на свой вкус. Так, консерванты да, не используются здесь, никакие искусственные. У нас есть консервант, патент которому принадлежит и получен медаль нашей компании «Арикс». Натуральный консервант. Но здесь технология температурной сушки в вакуумном пакете. И за счет того, что здесь все высушено именно и упаковано вот в вакууме, он сохраняется довольно долгое время. Единственное, что пакетик нужно закрывать. Вы все знаете, что травы правильно высушенные, да, которые вот продаются в аптеках, и даже, может, кто-то берет их у бабушек или у специалистов-альтернативщиков, которые этим занимаются, они сохраняются совершенно долгое время, и ничего для этого им не нужно. Поэтому здесь тоже именно за счет технологии он сохраняется долго. Ну, конечно, как и любой продукт, не нужно его держать постоянно открытым, чтобы сюда попадали воздух и другие какие-то вещества, потому что все равно есть влага и так далее. Этого продукта хватает на 25 порций, поэтому он быстро заканчивается и в любом случае сохраняется без всяких проблем. Так, еще вопрос поступил. При неспецифическом язвенном колите можно его применять? Да, при неспецифическом язвенном колите его можно применять. Единственное, начинайте всегда с половины порции, потому что у таких людей очень специфическая реакция, потому что есть воспаление очень обширное, как правило, при неспецифическом язвенном колите, тем более, что это аутоиммунное заболевание. Начинайте с половины порции, пробуйте, ориентируюсь, но тем не менее можно, да, мой ответ, потому что как раз в организм то, что не может всасываться правильно у таких больных, поступать, естественно, нужные вещества, вот именно в этом коктейле будет усваиваться максимально, потому что он очень легок и доступен. Ну, вот еще вопрос, точнее, два вопроса. А что такое суперпродукты? Суперпродукты. Замечательный вопрос. Суперпродукты – это те продукты, которые прошли
самый качественный отбор именно на уровне сырья. Еще компания работает с поставщиками, которые выращивают продукты на экологически чистых, и сама, да, этим занимается, на экологически чистых территориях. Проходит очень много стадий очищения. Я хочу еще раз всем напомнить, что продукция компании Arix относится к фармацевтическим препаратам, которые не требуют рецепта врача. И внесены во врачебный справочник в США, в России вы можете внести название, и вам выдаст это название. Поэтому суперпродукты – это те продукты, которые разрешены и имеют сертификацию таких заведений, как FDA. Вы знаете, федерация, да, которая именно для лекарств нужна, но не для БАДов, а наши БАДы имеют такую сертификацию. ОТС, GMT и так далее и тому подобное. И 7 степеней очистки и золотую печать качества Arix. Так, и вот спрашивают про цену. Вот, но цену непонятно. Цена у нас во всех регионах разная. У нас это с доставкой, допустим, в Израиле практически $100, что-то около этого, 90. В СНГ узнавайте цену, потому что продукт только заходит, я сейчас вам сказать не могу. Попросите ссылочку человека, который вас пригласил, и посмотрите в магазине, сколько это стоит. Спасибо. И диабет второго типа. Вот что вы можете предложить? Я понимаю, что этот диабет уже более сложный, чем первого типа. Смотрите, это не то, что более сложно. Первый тип диабета – это инсулинозависимый диабет, когда человеку постоянно нужен инсулин, потому что он не вырабатывается в организме для того, чтобы расщеплять глюкозу. И такие люди вынуждены все время снабжаться инсулином. Инсулин второго типа – не инсулинозависимый диабет, который держит высокий сахар, и в избытке может быть инсулин. Поэтому нас выходит реакция, мозг не получает сигнал, и в этом сахаре есть высокий инсулин, который не расщепляет этот сахар. Очень большая такая вот печалька, поэтому диабет второго типа нужно корректировать в первую очередь правильным питанием, которое подберет специалист, специальными, да, продуктами для того, чтобы понижать уровень инсулина и уровень сахара. Конечно же, это спортивные какие-то мероприятия. И что я хочу сказать из наших продуктов? В первую очередь, вам нужна очистка в виде Ресторикс, который содержит, кстати, тоже хлорофилл и циолит, минерал, который задерживает все шлаки, ненужные вещества. И затем, конечно, омега-3, то, что помогает печени чиститься от плохого холестерола, то, что помогает сосудам чиститься от плохого холестерола, то, что действует очень хорошо на всю сердечно-сосудистую систему и на нервную систему. Конечно же, винолита, витамин С, который поставляется из виноградных косточек, МОА, смесь из 36 антиоксидантов и формулы из высших грибов, потрясающие, об этом есть отдельная лекция. И, конечно же, настрой на то, что с любым заболеванием можно справиться, если подобрать программу, которая твой организм наставит на правильный путь. Поверьте, у меня очень большой опыт, и я знаю, о чем я говорю. Омегу, как пить омегу, я увидела. И омегу, нет, не нужно ни с чего начинать или не начинать. Вы принимаете по 2 капсулы омеги. Можно во время еды или сразу после, желательно с пищей, которая содержит в себе правильный жир. Это масла различные, допустим, это льняное масло, оливковое масло, кокосовое масло, или ну, то, что есть в салатах, то, что есть в авокадо, то, что есть в молочных продуктах, то есть в зависимости от того, чем вы питаетесь, желательно, чтобы был правильный жир. Смотрите, здоровым людям, всем людям нужно это принимать, но здоровым людям в целях профилактики курсами, скажем, по 3 месяца, хотя в Израиле, допустим, врачи
После 40 лет врачи, конвенциальные врачи рекомендуют принимать омегу всем. Потому что это, начнем с того, что это антиоксидант натуральный, и это тот продукт, который не синтезируется в организме, участвует в миллионе реакций. Вместе с ним еще коэнзим Q10. Это компонент, который точно так же держит все сосуды наши, сердечно-сосудистую и мозговую центральную нервную систему в полном здравии, поэтому есть такой продукт омега плюс коэнзим Q10 у нас, и поэтому вы можете спокойно начать принимать курсом в 3 месяца, а если есть еще какие-то хронические заболевания, то можно на постоянной основе. Алла, еще такой вопрос. Заменяет ли вот этот продукт зеленый коктейль? То есть, скажем, летом зелени очень много, и нужно ли вот летом употреблять его? Или это вот только на то время года, когда зелени совсем очень мало, вот, дефицит, вот, и купить нормальную свежую зелень не представляется возможным? Я вам скажу так, то, что я уже сказала выше, что если вы уверены даже, да, вот в своих продуктах со своего огорода, что там такой химик, если вы будете в день съедать минимум 250 грамм, все это жевать, дробить, получать, то, конечно же, вы можете там на какое-то время заменить, но, тем не менее, усваиваемость совсем другая будет. И я знаю, что дети точно не будут кушать вот таких количеств вот этих овощей, которые нужны для организма. И поэтому я, например, советую на постоянной основе его принимать. Это только в пользу. Перенасытить организм этим невозможно. Плюс там содержится, как я уже сказала, не только... Вот как мы салат покушали, да, все туда внесены все те компоненты, которые максимально балансируют то, что нужно для организма. В том числе, как я уже сказала, здесь находятся и ферменты, и проросшие семена различные, и кокосовая вода, и корица. В общем, здесь просто такой букет, который подобрать самому очень тяжело. И салаты тоже никто не исключал из рациона. Я не говорю, что нужно заменять, я призываю, когда нет, конечно же, принимать, а когда есть, просто как в дополнение. Понятно. Так, еще. Похоже, все, у нас закончились вопросы. А, вот еще я увижу здесь, как правильно начать принимать Ресторикс и коктейли. Ресторикс принимается курсом в 1 месяц натощак за час до завтрака, ложка на стакан воды, и только через час можно кушать. И Диана Латсон предлагает, если что, применять это на ночь, уже после еды, через несколько часов, и ложиться спать. Так тоже, есть такой вариант тоже. То есть то, что сработает на очистку во время того, пока организм не принимает пищу. И что касается... Потерялась у меня. И коктейли. Вот этот зеленый коктейль можно принимать, или даже кто не успевает завтракать утром рано, можно вместо, как бы заменить трапезу такую легкую, скажем, да. И я его принимаю натощак и советую всем его не принимать с едой, а именно натощак тоже. За полчаса до завтрака. Можно, если вы не успели утром, принять его как отдельную, ну, не перекус, скажем, да, я не люблю перекусы. Допустим, если у вас большой перерыв между завтраком и обедом, часов 5, то можно там через часа 3 его принять после завтрака. Но лучше это принимать утром все-таки. Так, еще вопрос. Можно ли Ресторикс и Гивенгринс принимать вместе? Я уже сказала, что Ресторикс за час до приема пищи, а коктейль можно за полчаса. Я, например, после него уже кушать не хочу. То есть это у меня получается фактически завтрак. Когда я его принимаю, мне не хочется уже абсолютно кушать. И даже выпить мой любимый кофе утром, вот он насыщает, и видно, что организм насыщается тем, что ему нужно, потому что
отсутствие аппетита, вот такое, что-нибудь такое съесть, да, это говорит о том, что ваш организм получил нужные вещества, уровень инсулина у вас понизился, и поэтому, соответственно, ушел аппетит. Это очень здорово и очень хорошо и полезно. Что водой запивать? Коктейль разводится в воде, поэтому это такой напиток получается. Его не нужно кушать в сухом виде, он разводится водичкой. А водой обязательно. Ресторикс разводится на стакан воды. Можете вслед за этим стаканом воды с ресториксом выпить еще воду. Конечно, нужно обязательно соблюдать питьевой режим в обязательном порядке для того, чтобы выводить все ненужные вещества. Кстати, я еще хотела сказать, сейчас очень популярны кето-диеты, кето-питание. И для того, чтобы ваша печень, если она уже жирная, если у вас есть гепатоз, который потом может перейти в цирроз со временем, для того, чтобы помогать вот такой печени больной перерабатывать жиры, даже хорошие, то обязательно нужно включать клетчатку. Большое количество для того, чтобы она это все помогала выводить. Это делает именно наш коктейль. Вот, в принципе, вся информация, что у меня была, то, что я хотела сказать, я поделилась. Большое спасибо, Алла. Очень спасибо всем. Информация. Да, спасибо, я надеюсь, что все подключатся и будут заниматься своим здоровьем. Да, обязательно. Так, тогда до следующих встреч. Да, всего доброго, всем здоровья, всего хорошего.